Всем привет, меня зовут Роман Беглов, и в этом году, к моему 40-летию, наверное, к юбилею, компания «Инспектор Гитар» выпустила мою именную модель подписную. Сейчас я расскажу, как это было и как проходили эти процессы, но мне очень приятно снимать это видео для вас. Сидел я как-то вот в этой вот комнате и думаю, а дай-ка наберу господину Крундышеву Егору Александровичу, значит, с просьбой того, чтобы он мне сделал гитару на базе Феникса. Всегда же есть то, чего не хватает, хочется воплотить в жизнь то, к чему мы привыкли. И, значит, я набираю Егору, я вот сейчас покажу. И говорю, Егор, слушай, а мы можем сделать такой вот Феникс, только с флайдом, короче, и, может быть, даже с одним датчиком. На что он мне говорит, ты, говорит, уже опоздал, потому что Алексей Страйк уже собирает свою модель, которая уже вышла, Страйк Халлен, уже на сегодняшний день известная в компании «Инспектор». Я понял, что надо делать что-то свое. Ну, прям что-то свое, это я считаю, что цыганщина, как бы какие-то непонятные формы, с ним неудобно. Поэтому, естественно, ту музыку, которую я люблю, играю за, как бы, мы тоже взяли Феникс за основу, это классический суперстрат, где 24 лада. Но единственное то, что он сквозной. Вот, сквозной гриф, это я люблю с детства прям, это вот не мне вам рассказывать. И Флойд здесь есть. Примерно в августе прошлого года, значит, это было. Я очень хотел к этому добавить вызывающий такой вот цвет. Я посмотрел, что у меня под рукой лежит ежедневник. Такой фуксия розовый. Думаю, о, как раз такой глэм-рок. Будет прикольно эта гитара выделяться, как бы, из остальных моделей. Потому что я не люблю черные гитары. Там или, ну, даже чисто белые. Ну, с какой-то вот приколюхой. Почему мне Фениксы нравятся, что у них яркие такие цвета. Хорошо, поговорили мы на эту тему. Потом, значит, как-то я находился в городе Фрязино. Смотрю, меня вызывает Егор Крундышев. Он говорит, все, скоро, говорит, будет выставка. Давай мы к выставке подготовим гитару. Ну, говорит, единственный занят станок. Очень много заказов, говорит, поэтому есть очень крутой мастер Антон Резвов, который тебе сделает вручную инструменты, которые пойдут в серию. Хорошо. И вот, значит, буквально через несколько дней мне уже пришла фотка, где вот эта гитара лысая абсолютно. Просто она вот из деревяшки. Тут клёна ольха у нас. Она состоит из клёна, из ольхи. Вот. И потом как-то все это дело застопорилось на какое-то время. На выставке я играл на акустической гитаре. А на электро там не было стендов. Ну, которая была договоренность с компанией «Инспектор», чтобы там поиграть. Поэтому этот вопрос отложился на какой-то там небольшой срок, ну, скажем так, до Нового года. Значит, потом мы как-то с Егором подумали, что розовый цвет у нас получается какой-то бледноватый. У меня есть второй ежедневник. Я говорю, давай сделаем такой не менее вызывающий. Ну, чтобы он был прям не голубой, да, потому что мы тут все натуралы находимся, к слову. Вот, все люди женаты, чтобы он больше отдавал фиолеты. Ну, все равно мы решили сделать, чтобы это был такой хамелеон. Вот. Он сверху здесь у нас лакированный, сзади матовый, чтобы всю не лакировать часть. И я еще попросил лакированный гриф сделать, потому что, ну, по мне так смотрится прикольно. Ну, или мне просто надоели матовые эти грифы. Я очень люблю светлые грифы, чтобы там, если когда руки не помыл, оставались отпечатки. Я следил за гигиеной своей, значит. Вот. Ну, на самом деле, это такая моя шутка. Это римские, значит, цифры. Кто не знает. 1, 2, 3 и так до 25-го лада. Ну,
Вот в голову пришла мне такая идея, я, по-моему, даже и не подсматривал ее ни у кого. И вот я, когда получил этот инструмент, я смотрю, блин, а удобно же, как бы, многие гитаристы всю жизнь играют вот на этих ладах, а после 12-го лада начинается вообще абсолютная история. Да, и тут как бы все путают 15-й, 17-й, 19-й лад, 21-й. И тут прям вот кто знает римские цифры, тут написано 15, 17, 19, 21, 24. Ну, в 24-й лад, я думаю, что все попадают. На самом деле прикольно, если вот так понаблюдать, как бы такое открытие. Здесь стальные лады. Это как бы фишка моднейших гитар сейчас от Music Man, по-моему, да, как они там называются, эти модель-то их называется, не помню, короче, уж неважно. Нам отечественного надо производителя поддержать. Стальные лады, чтобы удобнее было тянуть бенды, потому что мои инструменты, они настроены в ре. Здесь более толстые струнки стоят. Здесь как бы очень клево, то есть чуть-чуть нажал, бенд уже подтянулся. Что еще в этой гитаре есть такого? Тут все на самом деле очень обычно даже. А, нету дурацкой ручки, короче, тона, потому что металлистам она нафиг не нужна. Вместо нее мы сделали kill switch, а на ручку громкости мы поставили отсечку. Датчики от Ильи Фокина, которые я тоже очень долго доставал, они тоже называются Phoenix. Модель Phoenix, датчики Phoenix, и все как бы логично у нас вот так совпало. Они без рамки у нас здесь крепятся. Ну, какое-то время мне понадобится, чтобы понять. Комплектующие японские здесь вот стоят, Floyd японские. Колки у нас корейские, как я понимаю. Может, меня кто-то поправит. Здесь еще мое маленькое лого. На оборотной стороне мое большое лого. Ну, мы сейчас отдельно подснимем, покажем. По весу она, естественно, тяжелее, чем болченая гитара. Ну, никак не получится прям сделать вот такой же по тонкости гриф. Он здесь, значит, усилен, насколько мне Егор Александрович говорил. Ну, собственно, все, давайте послушаем, посмотрим. Единственное, что я еще не успел пресеты именно под эту гитару нарулить, поэтому послушаем в миксе одну из моих композиций, которая в стиле мелодик трэш-метал записана. Есть жанр такой. Ну и просто сейчас послушаем, как они в линию звучат здесь. И, соответственно, постепенно, пока я буду привыкать к этим инструментам от компании Inspector, мы будем потихонечку добавлять какие-то фишечки. Мне для этого надо доехать на студию и со звукорежиссером нарулить хороший звук, чтобы он мне помог это сделать. Итак, дорогие друзья, давайте послушаем. Первый раз прям новую гитару. Это всегда, конечно, такое волнительное, значит, занятие. Ну, вообще, где-то, я думаю, год пройдет, и все у нас зазвучит прям вот как оно должно быть. Временем, естественно, должно быть все выдержано, но посмотрим с вами. Послушаем первый пресет. Он наруливался под семиструнный Phoenix. Вот так у нас звучит бриджевый датчик. Нековый послушаем, ту же самую партию. Почти ту же самую партию. А сольный звук. Сольный звук на неке. Посмотрим, работает ли у нас kill switch сейчас с вами. Раз.
работает. Что еще? А, здесь у нас отсечка есть. У меня на чистом звуке. У меня чистый звук такой подгруженный. Послушаем с отсечкой нек. И с отсечкой бридж. Еще один звук послушаем, который создан, на котором я занимаюсь просто гитарой, там совсем мало перегруза, ну вот так надо. Потому что он должен быть чуть-чуть такой кранчевый. Ну и послушаем микс, естественно. У нас идет прикольный такой чехол с надписью Inspector Russian Guitars. Давайте откроем и посмотрим, что в нем. Вот. Я как обещал, это серийное производство гитар. Это, в принципе, гитары практически ничем не отличаются. Но кроме того, что любой из вас скажет, что не бывает двух одинаковых инструментов, и будет прав. Ну, я их сегодня сравнивал по звучанию, в принципе. Пока что различий своими ушами я прям сильных не ощутил. И что мне немаловажно было, то чтобы она влезала вот в такой вот кейс, потому что не все стратоподобные даже гитары Джексон берешь, у него голова упирается как бы в кейс тоже, и все, мы его не сможем закрыть. А у них вот эти дурацкие прямоугольные кейсы. А здесь все, пожалуйста, вот стандартно. Можно не бояться за свой инструмент, брать его в автомобильную поездку, на самолет. Сейчас же уже нельзя в салон. Либо место покупай, плати. В кармашке нам Максим Травин, который собирал их, положил рычаг и ключи. Вот. Ну и такие дела. Такие дела. Естественно, если вы не играете в строй РЭ, как я, старый металлист, то вы можете настроить эту гитару в любом для вас удобном стиле, в ми, в ми бемоле, там можете восьмерки поставить, там какие-нибудь струны девятки и так далее. Вот эту гитарочку я уберу. И всего вам доброго.